Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать просто шикарный охотничий пистолет. Приступим к работе. Для работы нам потребуется трубочка потолще на ширину листа формата А4, трубочка потоньше и, конечно же, одевающиеся на них трубочки в четверть. Также трубочка потоньше для трубочки, которая потолще, куда у нас будет вставляться, это у нас будет дуло. Также трубочки маленькие по 5 сантиметров, резиночка и, конечно же, картон, на котором мы нарисуем приклад. Вот таким вот образом, легко и просто. Теперь приступим к сборке. Возьмем трубочку, которая у нас самая толстая по ширине формата листа формата А4. Одеваем на нее нашу трубочку на четверть по размеру и закрепляем ее с помощью горячего клея. Так, это мы сделали, это у нас будет дуло. Теперь нам нужно взять трубочку потоньше, точно так же с ней поступить. На четверть маленькую трубочку одеваем и с помощью горячего клея, конечно же, зацепляем. Ничего сложного, легко и просто. Трубочку потоньше мы немного укоротим на четверть нашего с вами дула. Вот таким вот образом. Теперь нам нужно их вместе склеить. Возьмем маленькую трубочку, расплющим ее. И там, где у нас с вами заканчивается наша вот эта вот трубочка, которую мы одевали, зацепляли, мы с вами прикрепляем этот маленький кусочек и теперь соединяем наши две трубочки вместе. Вот таким вот образом. И у нас получится конструкция намного ровнее и лучше. Теперь приступим к дальнейшей сборке. Возьмем трубочку, которая у нас по длине, такая вот тоненькая, и входит в трубочку поменьше. Трубочку поменьше мы прикрепляем вот таким вот образом. И теперь займемся прикладом. С помощью горячего клея немножко подравниваем. Как видите, у нас хорошо так должно все входить. Ничего сложного, легко и просто, вы справитесь с этим дома сами. И возьмем горячий клей и, конечно же, зацепляем. С помощью него везде все вот так вот хорошо промазываем. Вы можете воспользоваться резиновым клеем, ничего от этого не будет, он тоже хорошо все скрепляет. Теперь займемся трубочками по 5 сантиметров. Нам нужно их вокруг одной маленькой трубочки скрепить по круговой части вот таким вот образом, чтобы образовался у нас с вами такой барабан. Вот таким вот образом, трубочку за трубочкой, трубочку за трубочкой. Всего трубочек должно быть 7 штучек. Теперь мы возьмем тоненькую такую нашу трубочку. Вы ее можете сделать тоже легко, полностью скатать ее. Как делаются трубочки, есть видео на канале. И в центральную трубочку нашего барабана мы вставляем ее, закрепляем с помощью горячего клея. И с одной из сторон смазываем хорошенько клеем и прикрепляем наш с вами барабан вот таким вот образом. Ничего сложного, легко и просто. Теперь мы отрезаем лишнюю часть от барабана. Так, наш с вами охотничий пистолет почти готов. Что нам теперь осталось? Конечно, нам нужно сделать с вами прицел. Просто шикарный, великолепный прицел. Прицел мы делаем еще с одной маленькой трубочки, расплющиваем ее и вот таким вот образом немножко ее подравниваем, закрепляем с помощью горячего клея. Вот так вот. Как видите, там небольшое расстояние. Для того, чтобы его скрасить, мы возьмем еще маленькие обрезки трубочек. Закрепляем туда маленький кусочек и, конечно же, еще смазываем клеем и цепляем на кончик нашего дула. Вот таким вот образом. Немного от конца нам нужно с вами отступить. Вот таким вот образом подравниваем аккуратненько, хорошо все. Немного клеем еще промазываем, чтобы у нас хорошо держалось. В дальнейшем нам этот прицел пригодится. Ну что, теперь у нас осталось самое последнее занятие. Нам нужно с вами сделать входящий в ствол трубочку. Кончик у этой трубочки мы немного смажем клеем, для того, чтобы она была у нас гладенькая и любые пульки могла выстреливать. Маленький штрих к барабану прикрепляем вот такую малюсенькую трубочку, для того, чтобы было красиво и очень натурально. Так, теперь займемся мы с вами трубочкой, чтобы выстреливать. Нам нужно отрезать немножко по размеру, взять трубочку и закрепить ее с одного из концов. Вот таким вот образом. С помощью клея можно с помощью скотча, как я воспользовалась. Оно тоже будет шикарно все держаться. Закрепляем нашу с вами трубочку. Немного скатали. У нас там внутри
резиночка. И вот таким вот образом вставляем в дуло пистолета нашего с вами эту трубочку. Немного на кончике подравниваем и натягиваем резиночку на наш с вами прицел. Все, можно стрелять. Возьмите любые пульки. Как делать пульки, есть у нас тоже на канале. Всем удачных подделок!